Итан попал в беду, которая и привела его в нашу десятку катастроф на море. Он катался на гидроциклах во Флориде и врезался в опору моста. 21-летняя звезда вместе со своей подругой полетел в воду. Певец даже потерял сознание. Парочку вытащил из воды вот этот добрый самаритянин и его друзья из службы спасения. Очень странно видеть, как человек тонет у тебя на глазах. Кингстона доставили в отделение интенсивной терапии в одну из больниц Майами, где у него обнаружили перелом челюсти и раздробленное запястье. Кроме того, он наглотался воды. Проведя 11 дней в больнице, Шон уже чувствовал себя лучше. Но тут у него внезапно начались боли в груди. Выяснилось, что все дело в разорванной аорте, и ему в срочном порядке провели операцию на сердце. После нее он полностью оправился и теперь снова записывает музыку. Бедняга Шон Кингстон. Парень катался на гидроцикле и едва не лишился жизни из-за этого. Думаю, он к